Подростки за рулем – будущие асы или потенциальные убийцы. Сотрудники ГИБДД и подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела внутренних дел России Карачаевский совместно с Общественным советом при МВД Республики провели информационно-пропагандистскую встречу с учащимися старших классов и педагогами общеобразовательных школ села Коста-Хитогурова. Ахмат Халкечи продолжит. Подобные встречи Общественный совет при региональном МВД проводит по всей республике. По сравнению с прошлым годом, хоть цифры статистики значительно снизились, но тем не менее за летний период ДТП с участием несовершеннолетних водителей участились. Цель данного мероприятия – формирование правовой грамотности и безопасности дорожного движения. Такие мероприятия мы проводим на регулярной основе во всех школах. Проводим такие профилактические беседы несовершеннолетним водителям. Встреча быстро перешла в формат диалога. Полицейские и общественники поведали школьникам об административной ответственности за управление транспортным средством без водительских прав и о количестве ДТП, совершенных по вине несовершеннолетних. В прошлом году у нас было 7 ушедших жизней детских, которые не доросли. К сожалению, это очень страшная цифра для нашей маленькой республики. В этом году в 2 раза меньше с участием несовершеннолетних. Но все равно на кону стоит у нас человеческая жизнь, а иногда самая близкая. В ходе беседы полицейские и общественники также рассказали детям о том, чего категорически нельзя делать, чтобы не оказаться преступником и стать виновником трагедии не только своей, но еще и другой семьи. За руль, даже если ты с отцом там едешь где-нибудь, тебя он учит, все равно так тоже нельзя. Случаи тоже опять показывали нам. Вот. Ты это осознал здесь, вот в ходе сегодняшней встречи? Нет, или... Здесь я это осознал. Здесь. Как-то я думал, с отцом тоже можно будет покататься, но нет. Оказывается, это является правонарушением? Да. Я вообще не думал, что это правонарушение на поле покататься. Теперь не будешь нарушать уже? Нет. Причин, по которым несовершеннолетние садятся за руль, много. Но самой большой проблемой, как говорят полицейские, является то, что некоторые родители сами позволяют своим детям управлять источником повышенной опасности автомобилем. Для таких родителей предусмотрены весьма внушительные штрафы, сумма которых начинается от 30 тысяч рублей. А еще безобидная на первый взгляд детская шалость может испортить ребенку всю жизнь и оставить пятно в биографии, которое подразумевает судимость. Если родители не предпринимают каких-либо мер в отношении своих детей о недопустимости подобных правонарушений, может дойти до того, что мы выйдем в суд о лишении родительских прав таких родителей, конечно. Потому что это представляет угрозу жизни и здоровью их детей. Полицейские призывают родителей к сознательности. Только на территории обслуживания межмуниципального отдела Карачаевский за прошедшие 10 месяцев было выявлено и пресечено 20 фактов управления автотранспортом несовершеннолетними детьми. К сожалению, 3 таких нарушителя допустили ДТП и в тяжелом состоянии попали в больницу. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево, Черкесия.